Минус 6 сантиметров ежедневно. Уровень воды в реке Лена продолжает стремительно снижаться. Гидрологи проводят замеры 2 раза в сутки. И каждый раз измерительный прибор фиксирует снижение уровня воды. Почему воды все меньше и грозит ли реке полное обмеление, узнала Наталья Беспалова. Еще вчера отметка показывала 44 сантиметра. Это значит, что всего за сутки вода значительно упала. Такого уровня реки не было ни в прошлом, ни в позапрошлом годах, ни даже в 2013-м, когда навигация из-за мелководья также была сорвана. Сейчас уровень воды в Лене ниже нормы уже на 75 сантиметров. Как бы уровень, скажем так, идет стабильно, падает. Но наблюдение мы производим ежедневно в 8 и в 20 часов вечера. У нас 2 срока. Поэтому у нас есть как бы анализировать и делать, ну, считать среднесуточные уровни, поскольку вода падает в среднем за сутки. Пока она падает вот стабильно. Такой мелководной, как в этом году, река Лена не была уже 49 лет, отмечают специалисты. В хорошие времена, когда она полноводная, все вот это пространство в это время года находится в воде. А сейчас стремительное падение по 4-6 сантиметров в сутки. Берега у Лены все больше, воды все меньше. Старожилы отмечают, такую реку они давно не видели. Все лето у нас и пляж был, и Мухтуйка мы сколько подъезжали, вообще почти пересохло. И Куба, остров там вот у нас, он почти до Салдикели стрелка дошла. Сколько вот на лодке ездили, смотрели, что там, в общем-то, очень заметно Лена обмелела. Ну, давно такого не было, конечно, чтобы она такая мелкая была. И, ну, конечно, переживаем. Потому что, в общем-то, она наша кормилица, наверное, и зависит. Мы от нее и зависим, много грузов поставляется летом у нас по Лене. Однако специалисты утверждают, волноваться не стоит. Лена ведет себя по-разному. Были годы, когда ее уровень был еще ниже. То ли из-за мелководья, то ли из-за быстрого похолодания, но в этом году ледообразование на Лене началось раньше срока. Еще один каприз реки. Наталья Беспалова, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край».